Разгадать тайны русской души пытаются многие. Свой ответ на извечный вопрос нашли студенты Чебоксарского художественного училища. Коллекция «Русская душа» стала фаворитом на евразийском конкурсе высокой моды национального костюма в номинации «Лучший славянский костюм». Поверить в то, что эта коллекция создавалась в течение месяца, невозможно. Богатство форм, материалов, характеров поражает. Достоверность исторических образов видна в каждом стежке, ведь за основу студенты взяли боярскую одежду русского государства 5-7 веков. Для полного раскрытия образов будущие модельеры создали на сцене настоящее театральное действие. Русская душа, она включает в себя очень много. Это и кроткость, и скромность, и большое достоинство. Мне кажется, что наша коллекция получилась именно с этими характеристиками. Мы выбирали себе костюмы, которые бы соответствовали и нашему характеру, и нашему внешнему облику. Поэтому, например, на мне сегодня костюм великой княгини Московской Софии Палеолог. В этом году конкурс «Этноэрата» прошел в Москве в 17-й раз. За это время он успел завоевать авторитет не только в России, но и за ее пределами. Уровень участников очень высок. Жюри достойно оценило коллекции студентов Чебоксарского художественного училища. Кроме победы в номинации «Лучший славянский костюм», им досталось и третье место за лучший этнический сценический костюм. Татьяна Филатова, Расиль Мухаметов, Республика.